Ограничительные меры по бешенству ввели в селе Первомайское Кустанайской области. В местном хозяйстве у двух коров лабораторным путем подтвердилась смертельно опасная инфекция. По предварительной версии, заразить бешенством КРС могли дикие животные, лисы и грызуны. В селе на ближайших пастбищах и водоемах провели обработку. 21 день скот не будет покидать пределы обозначенной территории. Последние 3 года вакцинация против бешенства в районе, где отмечено это заболевание, не проводилась. Эпизоотическая ситуация была благополучной. За утилизированный скот хозяева получат 100% компенсацию. Отравление подозревали и на всякий случай дали нам бешенство. Ну, лаборатория у нас подтвердила ПЦРом бешенство. Очаг инфекции бешенства в данном населенном пункте ликвидирован. Проведена полностью вакцинация восприимчивых животных, проведена дезинфекция животноводческих помещений. Те трупы, которые были, они сожжены. Никаких там заболеваний уже нету среди животных, тем более людей все безопасны.